«Остатки реальности», «Наш Армагеддон», Ларисы Александровны Секлитовой, Людмилы Леоновны Стрельниковой. Читалось, думалось, любилось, проживалось, переживалось, ощущалось, ясно чувствовалось. Описание жизни посланников и их помощников, их реальные, живые истории вдохновляют. Они также встречались с чередами трудностей, преград, опасностей. Постоянно, день за днем, но продолжали. Ковали, читали, думали, преодолевали. Читая то, что о них пишет Людмила Леоновна, то, как она дает взгляд, оценку событиям, ситуациям, поступкам, можно почувствовать вдохновение. Настоящее, крылящее, волнующее, поднимающее. Люди со страниц книг становятся живыми, знакомыми, родными. Тотин Чива, Алексей Гора, Симон Кубин, Александр Николаевич Песклаков, Денис Викторович Непри, а и многие. О ком сказано, о ком трогательно и нежно вписано в историю этой планеты, нашей эпохи, прекрасно, божественно, великих перемен. Читая их письма, погружаясь в их мысли, переживания и в мудрые слова Людмилы Леоновны, можно почувствовать, что внутри воцарилось понимание и ясное осознание. Брать и делать. Брать и делать. Брать и делать. Только вперед. Искать решения. Искать ходы-выходы. Искать и обретать их. Протекать дальше и дальше к целям. Книги вдохновляют. Историю делают действия.